Определился обладатель Кубка области по футболу. Матч за владение переходящим трофеем прошел на стадионе «Химик». В столице Верхневожья на поле встретились команды «Тверь» и «Ржев». В прошлом году триумфатором региональных соревнований были футболисты Конакова, еще раньше – Оленина. Но им не удалось сохранить лидерских позиций, и они вылетели из борьбы. Кубок он тем и отличается, что в полуфинал выходит... Любая команда может выйти в полуфинал. Я думаю, сейчас эти команды занимают одна второе место, другая четвертое место в первенстве области. Я думаю, это достойный финал. Финалисты этого сезона, Тверь и Ржев, вышли друг на друга непросто. В полуфиналах обеим командам пришлось одержать нелегкие победы над своими соперниками в серии 11-метровых. Игра в полуфинале с командой Редкина была достойная. Конечно, было сложно. Не создали моменты, не забили, в конце пропустили. 1-1 по пенальти также выиграли. Было тяжело, но ребята справили задачи. После стартового свистка оппоненты сосредоточились на взятии ворот друг друга. Нельзя сказать, что кто-то доминировал. Атаки одной команды сменялись контрвыпадами другой. В первом тайме болельщики как Твери, так и Ржева порадовались забитым голам. Счет в матче открыли хозяева поля. Однако ржевитяне под занавес первого игрового отрезка умудрились сравняться. После перерыва соперники вышли на газон более сосредоточенными. Возможно, благодаря обоюдной собранности во второй 45-минутке никому не удалось огорчить голкиперов. Хотя острые моменты периодически возникали, вратари были начеку. Да и полевые игроки старались не подводить коллектив, даже несмотря на невыносимую жару. У Ржева характер. Я скажу однозначно, что если они достают до 11-метровых, то я думаю, они так. А Тверь так посвежее все-таки, помоложе команда немного. В основное время выяснить отношения визави не смогли. Впрочем, не способствовали этому и дополнительные полчаса. Хотя для большинства болельщиков такой расклад был не впервой. Кубковые финалы довольно часто перетекают в серию пенальти. Этот год не стал исключением. В итоге нервы крепче оказались у Твери, сумевших забить 4 мяча против 2 пропущенных. Не получилось, команда Тверь играла получше. Ну а в серии пенальти это везение, это кому как повезет. Поэтому здесь в прошлой серии нам с Волочком повезло, мы выиграли по пенальти, а ну, ничего не повезло. Это уже второй финал за 3 года, который мы проигрываем. Если первый проиграли в Верхневолжье, тоже это, ну, так же проиграли, но тут проиграли в основное время, там 2-1, сегодня проиграли по пенальти. Ну, по большому счету, я, конечно, поздравляю команду Тверь, заслуженно победила, она играла сегодня лучше. Подопечные Вадима Полубояринова, которым вручили переходящий кубок, также по достоинству оценили своих соперников. Эмоции запредельные. Хочу сказать спасибо команде Ржев, потому что они проявили характер. Нам где-то не хватило везения, играли, мне кажется, очень хорошо, но не хватило везения. Побеждает тот, кто забивает. Мы шли к этому финалу весь сезон, тренировались, команда побеждала в каждой, где-то проигрывали, где-то побеждали. Ну, шли к финалу, выиграли. Само то, что это финал, уже груз ответственности. Вот, конечно, обратная нереализация моментов очень большая. Вот. Но самое главное, что наконец-то эти ребята, которые помимо того, что играют Кубок области, чемпионат области и на КФК, эта же команда играет, играют через 2/3, без выходных, у них практически их нет. Очень сложно, но они насколько смогли, настолько порадовали людей, которые собрались на этом стадионе. И думаю, что эту победу мы посвящаем. Мы уже ушли, есть... Ветераны тверского футбола, которые приходят на наш стадион «Юность» и переживают за команду «Регион 69» «Волга молодежная». Вот, и за молодых ребят. Вот им эта победа, я думаю, посвящена всей команде.